Рига. Это уже Советский Союз. Ну, были на Украине всякие лагеря, это связано с Советским Союзом. Если бы я начал собирать раньше, я бы, может быть, больше собрал. Но те, которые я собрал, понимаете, в Советском Союзе мало выпустили таких значков, да. Потому что вы же понимаете, Советский Союз не особенно жаловал. В Советском Союзе, если ты был в лагере, ты должен был скрывать это. Понимаете, в Советском Союзе надо было прятать Холокост. Если человек прошел через Холокост, то он скрывал это. Почему? Потому что это считался, вот, например, если ты был в плену, ты считался как очень как преступник. Понимаете? В Америке, когда человек в плену, это одно дело. А в Советском Союзе нужно было прятать, об этом молчать, не нужно говорить, потому что это не поощрялось, вы понимаете? Для этого в Советском Союзе надо было молчать об этом, поменьше говорить, что ты был, потому что считали, что ты не уехал, значит, ты был с немцами, понимаете? Yeah. Поэтому Советский Союз вообще считал, что убили не евреев, а советских граждан. Понимаете? Да. В Киеве там памятник Бабы Миру. Бабы Яр. Так написано, не евреев убили, а советские граждане. Потому что Советский Союз не любил, когда говорили, что евреев убивали. Понимаете, это было нехорошо. Когда кончилась война, так евреи начали возвращаться из эвакуации. Вы понимаете, что я говорю? Да. А когда они возвращались, так они требовали обратно свои квартиры. Да. Это вызвало большое недовольство украинского народа. Да. Так Хрущев, тогда, по-моему, на Украине был главным коммунистом, по-моему, Каганович. Угу. Так Хрущев ему сказал, не надо пускать евреев, потому что они вызывают недовольство народа. Потому что когда они приезжают, они требуют, подают в суд, и им возвращают квартиры. По закону евреям возвращали квартиры довоенные. И это вызывало большое недовольство народа. Понимаете? Поэтому все это скрывалось. И куда эти евреи, которые возвращались? Они возвращались. Те, кто жил в Одессе, понятно. Так он хотел вернуться в свой город, но он куда? Ему же надо было квартиру, он приезжал, подавал в суд. Чтобы, а раз он подал в суд, надо было выселять украинца. Да. Это вызывало недовольство народа, вы понимаете? Это вызывало... Так что случилось, когда они запретили евреям возвращаться? Куда евреи поехали? Чтобы поменьше пускали, чтобы поменьше дали разрешение на приезд, на возвращение. Так куда они поехали тогда? Чтобы они остались там жить, там где они, в Ташкенте, в Казахстане, понимаете? А, потому что их выслали в эвакуацию, там, чтобы они там оставались. Потому что это вызывает недовольство украинского народа, вызывает тем, что они возвращаются и выселяют коренное население, вы понимаете? Поэтому и те, кто были в эвакуации, попадали в немилость, и те, кто был в гетто, и в конце концов тоже смотрели на них как на предателей, вы понимаете? Да. Вот так.
Я не могу громко ставить его, потому что там вот мне начинает стучать. Там вот. Там раньше жили порядочные люди с Одессы. Так они хорошие. А когда посадили какую-то самую американку, так она чуть все равно начинает не стучать. Чтобы я тише делал. Вы не понимаете ничего по этому. Нет. Very nice. Я интересуюсь этим вопросом. Я понимаю, я не просто, как говорится, еврей, как ты будем твой отец. А я еврей, который пережил это все. Понимаешь? Я из всех евреев, из прошлых евреев, я принадлежу к другому сорту евреев. Не так, как ты, или мои дети, или твой отец, который родился. Я из тех евреев, которые видели все это дело, и те евреи, которые пережили Холокост, у них особое чутье и особая политика, и особые взгляды на жизнь. Ты понимаешь? Да, этого вот, всего... Вот кажется, ты знаешь, что вот некоторые могут сказать, тебя спасла Красная Армия, тебя спасла... Мы видели эту сторону и видели эту сторону. Поэтому не большинство евреев, переживших Холокост, ненавидят советскую власть. Потому что мы, пережившие Холокост, оставшиеся живы, должны были скрывать, глубоко скрывать, что мы были в оккупации и пережили этот Холокост, потому что нас считали предателями. Ты понимаешь? Да. Довольно, что мы потеряли все и родных, мы еще должны были прятать, скрывать, что мы были в гетто и в лагерях. Что вас... Мы должны были прятать это. Это был позор наш. Это был наш позор. Поэтому мы эту власть после освобождения ненавидели. И таких 80% переживших относятся негативно к этой системе. Не любили. Украина – это антисемитское государство. Оно половину евреев убили оккупанты, а половину убили местные жители. И выдавали нас, когда нас искали, кто прятался, так они выдавали евреев, потому что получали какие-то там мизерные гроши. Вы видели это, когда случалось? Я знаю, у меня много литературы есть по Холокосту. После Холокоста вы чувствуете себя ближе к религии или... Я всегда чувствовал себя ближе к евреям. Потому что я любил еврейский язык, говорю по-еврейски. Понимаешь? Я разговариваю по-еврейски так само, как ты по-русски. Понимаешь? И я был среди этой массы. Понимаешь? Я видел это все со мной. Я видел это еврейское несчастье. Понимаешь? Поэтому во мне еврейское. Во мне... Еврейская. Я в самые годы юности и отрочества и юности был в этом. Я попал в самые годы несчастья. И во мне укрепилась вся вот эта связь с еврейством, понимаете? Все еврейское
я близок к этому еврейству, понимаешь? Потому что я близок, мне это все близко очень. Потому что я видел все это несчастье. Я видел все это, понимаешь? Человек, который это не может, это трудно понять. Люди, которые не были в эвакуации, они этого не могут понять. Только тот, кто пережил это, может понять то, что он видел и почувствовал на своих плечах. Ты меня понял, что ли? Поэтому во мне много еврейского. Я всегда любил, я всегда коллекционировал. Это очень мало. Так что тяжело сказать. И... А в Аргентине больше? 250 тысяч. Ага. Дело в том, что эти все номера, это, как сказать, это номера людей, которые сказали «да, я еврей». А очень много евреев просто, которые уже... У меня очень много друзей, которые евреи, но с ними будешь говорить, ты еврей, они как-то, ну да, родители евреи. Ну как, я не еврей, я как это в Америке говорится, Jewish. То есть, понимаете, нас, еврееподобный. Понимаете, у нас 72% ассимиляции идет. Вы понимаете, знаете? 72% евреев уходят от своей национальности. Вы представляете, что будет через 100 лет в Америке? Сколько их останется? Из 5,5 миллионов. Сколько останется евреев в Америке через 100 лет? Ну, это... Если будет идти таким образом... Это натура Америки. Я не хочу... Я вот смотрю... Далеко я не буду говорить. Я... О себе вот скажу. Вот у меня внук 25 лет ему. Угу. Он женился. Угу. Молодец, мазл тов. Не еврейка. Угу. Не еврейка. И Катя тоже. Да. Вышел. Получается, что? Уже получается... Смесь носорога, как говорится, с этим вот. Это уже получается, понимаете, что получается? Иногда это хорошо. Моя бабушка не еврейка, но живет... Ваша бабушка не еврейка? Да, но живет в Израиле, и семья... Как это ваша бабушка получается? Ну как? У вас родители евреи? Ну, евреи, но бабушка русская. Это отца? Мамина. Мамина, значит, у вас мама полуеврейка? Да. Но вы еврей? Я еврей. И мама еврейка. И мама еврейка. Но есть часть русская. То есть какая-то. Но это, по-моему, у них очень такой, очень сильный брак был. И, конечно, они женились в такое время, которое это было нелегко. Это и не часто, чтобы евреи, не евреи сходились. Это в Советском Союзе? Да, это в Советском Союзе. То есть это не всегда такой брак происходит. У меня дядя в Израиле живет, и его жена украинка. То есть это, я понимаю, что это не всегда хорошо, но иногда, по-моему, это неплохо. Когда евреи... Не всегда плохо. Но когда теряешь свою... Когда при браке теряешь... То, что то, кто ты есть, то это нехорошо. Это никому не хорошо. Ни жене, ни мужу. То есть это нехорошо. Но бывает, когда брак только делает так, чтобы лучше. Потому что тогда познаешь, например, я рад, что во мне часть есть русская. То есть я. Это культура, которая тоже не маленькая. И то есть у меня к этому есть тоже связь. И это делать так, чтобы я больше людей понимал. И у меня перспектив другой, чем если бы я просто был 100% еврей. Но вы еврей? Ну, я еврей. 100%? Я так считаю. Это хорошо. I need to go. Do you want to stay?
Я очень был рад познакомиться с вами, потому что я тоже. Мнение